Итак, другие и подруги, это Music Mag TV выставка Super Boost 2017, Берлин, Германия. Здесь дрова висят, как вы видите, и это нам говорит красноречиво о том, что мы рядом с чехами Bastel Instruments, которые в очередной раз представили огромное количество своих новых безумных творений. И одно из них вот прямо сейчас находится перед нами. Это вот такой вот компактный малыш, полностью аналоговый синтезатор. Синтезатором, на самом деле, у меня даже язык не поворачивается назвать эту штуку. Это нечто гораздо большее. Как мне сказали, собственно, разработчики, это больше похоже на живой организм. Как вы можете, кстати, поближе, если посмотреть, видеть, здесь написано Casper Electronics и Bastel Instruments, то есть это новая кооперация между компанией в лице вот этого замечательного человека, компанией Casper Electronics вместе с Bastel Instruments, которая производит этот девайс. В частности, Casper Electronics также ответственна за появление BitRanger, наверное, уже известного вам. Однако, в отличие от BitRanger, который является больше цифровым устройством, данный софт-поп, данный синтезатор является полностью аналоговым. Ну и что про него сказать? Вкратце про него сказать очень сложно. Я думаю, что проще вам будет посмотреть описание на сайте Bastel Instruments. Но если вкратце, то здесь имеется два отдельных осциллятора. Имеется аналоговый фильтр с резонансом и имеется возможность модуляции осцилляторов с помощью этого фильтра и модуляции фильтра. Естественно, каждый из этих модулей имеет свои собственные входы-выходы, так что мы можем их пэтчить. Слева у нас находится встроенный секвенсор, который позволяет записывать движение, то есть записывать высоту осцилляторов. При этом имеется параметр квантизации, который подгоняет высоту под шаги, так что мы получаем действительно подвижные, очень интересные, такие хаотичные, но все-таки кочевые синтезаторные грувы. Естественно, девайс явно задуман не для того, чтобы просто вот так вот его как генератор шумов использовать, а все-таки это такая как бы часть модульной системы, друзья. В данном сетапе также был использован вот этот замечательный новый микшер, который называется Dude, чувак по-русски, да, микшер, который может работать батареек, может работать от блока внешнего питания. У него здесь есть усилители, у него есть кнопочки mute. И более того, что самое-то, пожалуй, наверное, интересное, это вот эта вот штученька, вот эта маленькая штученька, которая является пассивным эквалайзером, друзья. Звучит странно, но на самом деле работает это следующим образом. Вы забираете сигнал из пульта, заводите сюда, изменяете его с помощью эквализации частот, заводите обратно и получаете очень жирный, очень мощный, невероятно пробивной и супер 8-битный эффект мяса. Так что я надеюсь, что когда-нибудь эта штука будет продаваться тоже. Специалисты мне подтвердили, что это случится. Ну и, в принципе, приятно наблюдать за тем, как здесь это все происходит. Что еще сказать, друзья? Ну, бешеная, абсолютно бешеная компания. Новинки вы найдете, конечно же, на сайте Bastel Instruments. Это Music Mag TV. Мы идем дальше. Не переключайте. I'm gonna go to the bathroom.